поликлинике в Старом городке прикреплено около 6 тысяч жителей. Она рассчитана на 350 посещений в смену. Прием ведут не только терапевты, но и специалисты. Еще недавно это приходилось делать в непростых условиях. Здание требовало ремонта. В апреле месяце идет капитальный ремонт. Уже сделан полностью первый этаж, сделана крыша, сделаны частично входные группы. И вот сейчас, вот эти выходные мы уже будем освобождать, так скажем, первый этаж уже под ремонтные работы, и заедем уже отремонтировать второй этаж. Отремонтировали крышу, поменяли полы и окна. Работы на втором этаже подошли к концу. В ближайшие дни врачи будут вести прием там, чтобы освободить первый этаж для рабочих. Материал уже куплен здесь, на объекте. Кроме дверей. Дверей будут у нас 16, потому что месяц они под заказ. Окна меняете? Окна меняем, там часть меняем. Подоконники меняем. Окна уже на объекте? Нет, они заказаны. Это наш поставщик. Нет. Самое долгое по изготовлению – это дверь. Это дверь, да. Основное все куплено. Чтобы быстрее завершить ремонт, трудиться рабочим придется в две смены. На день запланируют нешумные работы для комфорта сотрудников и пациентов поликлиники. А вот поликлиника в поселке санатория имени Герцена преобразилась в ноябре прошлого года. Строителям пришлось изрядно потрудиться. В порядок привели все от кровли до подвала. Изменили и расположение кабинетов. Например, ЭКГ теперь делают на первом этаже. Так удобнее маломобильным пациентам. Впрочем, по желанию посетителей все же есть организовать прием узких специалистов. Мы сейчас по поручению главы будем организовывать здесь выездные, так скажем, формы работы, когда заранее будем жителям сообщать, и в какие-то определенные дни будут сообщать там узкие специалисты. Поликлиника в поселке санатория имени Герцена рассчитана на 60 посещений в смену. К ней прикреплены около 2000 человек. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».